Всем приветики. Сейчас вот тетради свои смотрю старые. Ну, не только тетради, журналы там. И типа вот по математике, к примеру, тетрадь. Открываешь. Это было еще в 2008 году. Вот сейчас, смотря на эти формулы, вообще ничего не понятно. Типа смотришь, что здесь к чему. Вычисляли, видимо, какие-то здесь стороны. Смотришь, вообще ничего не понятно. Какие-то одни цифры. Короче, вычисляя стороны каких-то фигур. И вообще как-то так вот. Ну, то есть в данный момент, я, если открыть тетрадь, то в принципе ничего полезного я отсюда не возьму как бы. Вот, к примеру, у меня что-то вообще не понимаю. Возражение и убывание функции f в скобочках x равно 2x плюс 3x. И что-то как-то тут все сложновато. Ответ. Короче, как-то я не сильно в этом шарю. Косинусы, что-то написано, столько все вообще непонятно. Короче, жестко. По математике ничего не понятно. Физика. Вот открываем физику за 9 класс. 2006 год. А это какой год? Это 10 класс. 8 год. А как так? Типа 9, 6 год. А 10 уже 8 год. А, ну это конец года, это начало. Короче, как там? И тоже открываешь сразу формулы какие-то. Ничего не понятно. Не, ну так, если вчитываться. Но все равно как-то что-то сложновато для восприятия. Нет классных работ и домашних заданий. Единица. Единица. Тройка. Короче, все печально. Физика. Вот что понятно, это вот где-то написано что-то. Вот открываешь, вот в данный момент, спустя вот 14 лет, смотришь на формулы. Что-то ничего не понятно. А вот на тексте хоть что-то еще понятно. Вот инерция — это сохранение скорости тела, постоянное в отсутствии внешних воздействий. Хотя бы из этого можно что-то понять. А из формулы на данный момент что-то вообще ничего не понятно. Тогда еще вот эти вот картинки на телефон еще такие были с черно-белыми картинками. Сейчас уже это все уже давно-давно устарело. А русский, вот если открыть. Не, это не тот русский, это уже 10 класс. Вот. Если так и написано красиво. И прямо тогда писал такими буквами, печатными так. Красиво смотрится. Или вот такими начал писать потом. Просто потом начали диктовать быстрее. Чем быстрее диктуют, и нет времени выводить. А тут вот выводил. Красиво. Вот. Как красивенько. А потом уже, когда начинаю диктовать, ты уже начинаешь спешить. Уже не выводишь. А потом... И даже наклон поменял, потому что некогда было уже вырисовывать. Потому что это же надо вырисовывать. Так что учились, видимо, писать. Да. Далеко впереди, справа от дороги, я заметил человеческую фигуру. Вы проснетесь позже, часов в 9, когда в поля и луга нахлынет зной. Катер шел. Все время подвигаясь в черном почти чернильного цвета. Короче, тут как-то все начинает идти так. Росы по утрам падали холодные и держались долго. Да. Когда-то. А какой это вообще? Здесь я не писал год, ничего такое. По математике хоть писал. 4 мая, а года. Какого?
по-русскому у нас была хорошая, добрая училка. Шестерки ставил. А вот по физикам всяким за такой вот, типа, текст она могла поставить меньше оценку. Хотя вроде все правильно, типа, но все равно она может меньше поставить. Так что такие дела. География там была у меня еще. Ну, в географии тоже, смотря вот что. Если смотреть, я не знаю, вот, к примеру, координаты. Зачем мне знать, где, в каких широтах находится Варшава? Вот как мне это поможет? Зачем мне это? В то время, если как почитать какие-то вот это вот, откуда берутся подземные источники, там, воды подземные, вот это интересно, типа. А координаты, зачем, какой мне это от этого, типа, толк? К чему мне это? Разве что в навигатор вводить на телефоне. Так навигатор сам координаты знает. Хотя тогда еще навигаторов не было. Короче, такие вот делишки. Перебираю сейчас свои старые тетради, все это пойдет в макулатуру. Даже были вот такие вот журнальчики когда-то, я покупал. Вот это мне было интересно. Тогда в каламбурах, в этих, в один домах были всякие. Тогда еще GTA-шка была популярна. Это было время. Карты тут давали. Карты расположений фотографий. Карты расположения ракушек. Вот это мне было интересно. Я реально даже вырвал листики, с ними сидел, там что-то забирал, что-то не забирал. И вот эти журнальчики дома раньше были поинтереснее, чем сейчас. То есть какие-то интересные рисунки. Я сейчас зашел в интернете, глянул. Что-то там вообще такая ерунда. Раньше вот как-то поинтереснее было. Какие-то там вот... Какие-то так вот прикольчики там нарисованы такие. Какие-то там рассказики. А сейчас я смотрел, что-то вообще даже неинтересно было. То ли дело раньше вот. Делали что-то такое интересное. Всякие придумывали штуки. Там и про игры тебе, и какие-то разукрашки там. И какая-то информация тоже про игры. И рисуночки какие-то, и всякие шифровочки. Ну, так прикольно. Лабиринтики всякие какие-то. А сейчас я смотрел вообще что-то не очень. На интернете ради интереса зашел посмотреть, если сейчас журналы такие есть. Только не один дома, я смотрел, а каламбур. И что-то я посмотрел, там пару страничек, мне вообще не понравилось, я закрыл и все. Так что здесь тоже много всего. Тут у меня вообще целая стопка, я их насобирал. Каламбур вот, кстати. Какой-нибудь вот здесь есть каламбур. Развлекательный каламбур. Здесь даже уже начало какое-то такое интересное, что там какой-то у них диалог происходит. Вот, не то что. О, машинки сразу из GTA-шечки. Интернет GTA-шечка была популярна. У нее и сейчас многие играют. GTA San Andreas. Кодики там какие-то. Тут что у нас? Какие-то нужно было найти детали вот спрятанные. Ну, короче, интересно было тогда в те времена эти каламбурчики читать. И даже сейчас, я думаю, пересмотреть интересно будет. И школьные тетради, где вот текстом написано, как в географии, что такое там подводные источники, тоже интересно. В то время, когда математику, там вообще жестко, ничего не понятно. Вот. Такие делишки. Ну, а на этом, пожалуй, все. Всем покедово. Закончим на каламбурах.